семена кабачка анаконда, смесь, заделывают во влажную почву в мае-июне. В открытый грунт рассада высаживается в 30-дневном возрасте. Между растениями следует придерживаться расстояния до 70 см. Первый урожай при рассадном размножении можно снимать уже через месяц после высадки росточков. В комплект семян кабачка анаконда. В смесь входит три сорта, различные по цвету, вкусу и периоду созревания. Плоды получаются эффектными, медово-желтого, насыщенно-зеленого и кремово-белого цвета. Кабачок для барбекю анаконда, смесь, это травянистые. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.